Приготовим перцы маринованные. Вырезаем сердцевинку. Удаляем семечки. И прочитай, что нужно. На 3 килограмма перцев нам понадобится для маринада 1 литр воды, стакан масла, 2 столовых ложки соли, 1,5 стакана сахара, уксус 9% стакан, 2 лавровых листа, 6 горошков черного перца, 2 горошка душистого перца и 2 гвоздички. Взвешиваем. 3 килограмма перцев у нас должно получиться. Ну вот такая игра получилась. Почти ровно 3 килограмма. Приготавливаем маринад. Выливаем нашу воду, литр воды в кастрюлю. Добавляем сахар, 1,5 стакана. Вот 1 стакан высыпали. И еще 0,5 стакана. Добавляем 2 столовые ложки соли. 1/2 ложка соли. И все тщательно перемешиваем. Вот так нарезаем перец. После того, как маринад закипел, добавляем специи и стакан масла. И даем покипеть еще 5 минут. Стерилизуем банки, мультиварки и крышки просто кипятим. Тоже стерилизуем. После кипения добавляем уксус. Стакан 9% уксуса. Кладем перцы. Банки стерилизуются в мультиварке 10 минут. После закипания даем покипеть перцам 5-7 минут. Раскладываем перцы по банкам и ставим в духовку, и закрывая крышки, на температуру 70 градусов на 10 минут. Дальше достаем из духовки, закрываем крышки и переворачиваем до остывания. А затем убираем в холодильник. Приятного аппетита, делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.